понедельник в Самарской области будет облачно, с прояснениями, осадки не прогнозируются, станет прохладнее. Днем 13-16 выше 0, ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 17, ночью 8 градусов тепла. Ветер северного направления 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 16, ночью плюс 8 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду. В Самаре ясно, днем 16 градусов тепла, ночью плюс 8. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 36%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.